Москва, завод информации. Хритонов, как вы убирали, когда убирали? Адвокат из Санкт-Петербурга Евгений Озеров, научный сотрудник Пермского ГТУ Геннадий. Конечно, используется операция, разрабатывать, потом операции, ну что там. Мое такое впечатление, что сейчас в руководстве оказались очень много тех, в том числе и спецслужб, которые с законом не дружат. Они считают, что если он властен, то он может игнорировать закон. Это и приводит к тем последствиям, которые мы имеем. То есть ради политики, ради своих должностей, ради еще чего-то можно нарушать закон и идти вплоть до убийства людей. И вы уже как показывал Шабанов, ведь меня еще на одном разглашении гостайны, на одном единственном показании Шабанов, как 30. Значит, обо всех этих готовящихся акциях я предупреждал Александра, потому что он с 2001 года так систематически звонил, и что вот такие намерения есть. Более того, еще была информация от одного источника, он ссылался на ФСБ, что те, кто выпустил книгу «ФСБ взрывает Россию», они тоже будут уничтожены, поскольку они там слишком смело заявили о руководстве и так далее, в негативном плане. Президент в другом качестве, по всей видимости, будет играть. На первом месте это однозначно стояло, и характерно и мое дело, я могу еще десятки таких дел назвать, это месть. Это месть руководителя спецслужб, прежде всего, персонально, Патрушева Николая Платоновича, за, ну и других некоторых генералов, которые остались в должности, но когда-то работали в управлении по разработке преступных организаций. Это месть за то, что они выступили с разоблачениями, и Литвиненко, ну, они посчитали, что был организатором. ФСБ разгласил сильность. Получается, не надо вообще с ФСБшниками общаться. И второй момент. Ведь я написал сегодня о том, что готовится Норд-Ост, о чем мне стало известно от моих бывших этих самых осведомителей. Что касается других моментов, прежде всего политики, общественного движения, правозащитного движения, очевидно, шаги реакционные, а демократии там не пахнет. Мы идем к авторитаризму, это однозначно. Признаки стопроцентные при сильнейшей идеологической поддержке. Скажем, даже средства производства рука государства, прежде всего, должно быть частным лицом. Это не приведет.